Общий привет, друзья! Многие из вас знают, что 3 недели тому назад я сделал и опубликовал на этом своем главном канале YouTube видеомикс об обстановке в курортной зоне на Федотовой косе вблизи Кирилловки, что расположено на побережье Азовского моря. Теперь вы можете посмотреть этот старый ролик по ссылке в подсказке или внизу в описании к этому видео. Я заинтересовался в те дни катаклизмой на этих пляжах после того, как некоторые электронные СМИ, средства массовой информации Украины, принялись распространять панические настроения, уверяя народа населения, что Кирилловка, вся эта зона отдыха, полностью затоплена и чуть ли не снесена прошедшими ливнями и штормом. Что же было на самом деле на Федотовой косе на следующий, после тех известий, день, вы уже увидели в упомянутом видеомиксе, набравшем почти 100 тысяч просмотров. Зрители принялись живо обсуждать животрепещущую тему, что там на Азовском побережье и куда податься с детьми во время летнего отпуска. Я не блогер в буквальном смысле этого слова, но что вчера было на этом мелководье Азова, каждый может сегодня лично видеть в новом моем видеомиксе. Хочу добавить лишь 2 замечания. Во-первых, я заглядывал постоянно на тамошние веб-камеры, ежедневно, дожидаясь момента, когда отдыхающих на пляжах прибавится, чтобы вы все могли оценить выбор уже купающихся в теплой желтой-синей по временам в воде. Шутю, почти. А во-вторых, нам этот участок Азовского морского мелководья достался почти бесплатно от Всевышнего. И роптать нечего, тем более лунопарк под рукой. Ныне курортные зоны в Украине раз-два и обчелся. А постоянная насыщенность морской воды вблизи береговой черты песком, поднятым со дна во время волнения водной поверхности, это обычное дело на всех песчаных пляжах, примыкающих к мелководным участкам моря, аж до Евпатории в Крыму. Народ в Кирилловке и окрестностях, однако, развлекается. Чего и вам всем желаю.